Я рад, что мы собрались на гостеприимной земле города Тольятти. I ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. These are провели региональный этап национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Очень интересного, очень необходимого не только городу Тольятти, а всем городам России. Такая ситуация в стране с событиями, что даже соседние регионы частенько не знают, где что происходит, и случается наслоение. В один день в разных местах очень интересные события, и туристам сложно выбирать. А вот эта премия, она позволяет информацию собрать, обобщить, выделить что-то. И уже на будущее самим организаторам скорректировать свои действия. Это идет взаимообмен, взаимообучение и уже консолидация собственных усилий, сил, средств и взаимоподдержка. Мы видим уже профессиональную работу профессиональной команды. В целом это уже готовые, законченные проекты, в которых выполнены цели задачи, которые интересные, которые работают под свою целевую аудиторию. Вот за год они реально выросли. Реально выросли по качеству, по контенту. Праздника вас! С победой! Вы достойны! Боритесь за звание лучших!